Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги-партнеры, добрый вечер, гости нашего вебинара. У нас сегодня 17 часов московского времени, 18 марта. Это время проведения вебинара и презентации компании Skyway Capital. Вот. У нас с вами сегодня, как я сказал, понедельник. У нас наконец-то появилось солнышко в небе, да? Ну, как всегда, в начале вебинара хотел бы задать вам традиционные вопросы. Хорошо ли меня слышно, видно в плане, скажем так, видео, в плане звука и... Видны ли слайды на экране моего монитора? Если все в порядке, дайте мне знать в виде, скажем так, плюсиков, либо напишите там, да, либо вот кто-то вот 10 баллов поставил, то есть чтобы я мог понять, что все это сегодня реально видимо, слышимо и нет трансляции. Что еще хотелось бы отметить? То есть мы, в принципе, в конце прошлой недели получили целый ряд, скажем так, новостей, либо информации от нашей головной компании, которая называется, вы знаете, да, RSV Systems города Минска, из нашего головного предприятия, которое занимается непосредственно реализацией технологии струнного транспорта. То есть новости, возможно, большинство из вас их смотрели, но хочу вам задать вопрос. Все ли из вас видели последние, наверное, новости, касаемые блога «Слава Skyway» и того видео, которое появилось у нас на информационных порталах группы компании Skyway в пятницу вечером? То есть если те, очень большая просьба к вам, кто не видел этого видео, поставить просто минус – в наших чатах, как в соцсетях, так и непосредственно в комнате Мирополис. Потому что сегодня, скажем, с утра у нас появилось однозначное мнение. Вот я смотрю, что есть люди, которые не видели данную информацию. О том, что необходимо поделиться информацией касаемо данного видео. И, в принципе, это видео, которое появилось в новостях. То есть тот видеоролик, который рассказывает об особенностях, скажем так, структуры работы группы компании Skyway, да, о том самом, наверное, первом возражении, с которым сталкивается большинство наших партнеров, то есть пирамидам или нет, поговорить об этом непосредственно, о данной информации. И, в принципе, делали слайды, да, то есть создавали презентацию, да, и хотели по слайдам двигаться. Но вы знаете, наверное, нет ничего лучшего. И все-таки, если есть тем более люди, не видевшие данный видеоролик, да, наверное, поработать именно с этим видео, в нужные моменты просто включиться, да, и прокомментировать то, что было сказано. Сразу хочу сказать, вы знаете, это видео, которое у нас появилось в пятницу, оно, в принципе, с одной стороны обрадовало, с другой стороны, у огромного количества людей вызвало где-то сожаление, что оно не появилось раньше. Но, ознакомившись с данным видеоматериалом, понимаешь, что, в принципе, огромное количество фактурного материала, фактов, да, успехов развития группы компании Skyway, в принципе, показать, например, пару лет назад, там, 2,5 года назад, 3 года назад, в самом начале нашего проекта, в принципе, было невозможно. Поэтому я вам предлагаю сделать следующим образом. Да? В принципе, сейчас у нас это видео закачано в комнату Мирополис, соответственно, его можно будет сейчас продемонстрировать. Сразу хочу сказать по поводу нашего сегодняшнего вебинара как методики. То есть я буду включать видео, где-то я буду включаться сам и комментировать, и может быть у нас даже будет какой-то интерактив, то есть вы можете там сами реагировать на то, что было сказано в видеоматериале, но все-таки предлагаю вопросы-ответы, которые могут возникнуть у вас по ходу сегодняшнего вебинара, обсудить непосредственно в конце. Да? Потому что видеоматериал хороший, большое, скажем так, количество, ну, практически все сотрудники нашего, например, московского офиса оценили его с позитивной стороны, с положительной стороны, да. Вот, поэтому давайте так и будем двигаться, да, то есть я, в принципе, буду периодически включаться в процессе видео, нажимать на паузу и, скажем так, делать, расставлять какие-то акценты, а в конце мы с вами, скажем, обсудим все вопросы, которые могут еще у вас возникнуть, потому что, в принципе, конечно же, 17 минут информации, они не могут ответить на все вопросы абсолютно, да. Ну и когда же, скажем так, противники ярые нашего проекта говорят, что, в принципе, дать полный обзор там, информации о развитии нашей технологии в течение там, каких-то 7, 10, 20 там, часа, ну, практически невозможно, потому что говорить можно о многом, говорить можно в разных направлениях. Поэтому давайте так и сделаем. Я сейчас запускаю видео, потом, скажем так, определенный из моментов останавливаю его. Мы с вами рассуждаем на тему то, что было проговорено до этого момента. Ну, потом, как бы так, дальше смотрим и так доходим до конца вебинара. На момент просмотра видео я просто буду выключаться, хорошо? Чтобы, скажем так, не было наложения звука там и так далее, и так далее. Итак, друзья, то есть давайте приступим к просмотру видеоматериала и обсуждению его в процессе, скажем так, нашего вебинара. Skyway – пирамида или нет? Объясняем еще раз. С
Сначала необходимо выяснить, что же законодательство, и мы, именно мы, а не всевозможные тролли и недоброжелатели с их неадекватным восприятием реальности, понимаем под терминами технология Skyway и группа компаний Skyway. Инновационная технология Skyway создана инженером Анатолием Юницким. Начало создания технологии – 1977 год. Она представляет собой интеллектуальную собственность, стоимость которой по результатам независимой международной оценки в 2013 году составила 400 миллиардов долларов. Вначале этой собственностью владел сам автор технологии. Затем он создал группу компаний Skyway и передал туда свою интеллектуальную собственность. Доли этих компаний, начиная с 2014 года, реализуются по системе краудинвестинга более чем в 200 странах и территориях. В группу компаний Skyway входят GTI, Unisky Corporation, а также компания-разработчик технологий Skyway за острунные технологии в городе Минске. Все перечисленные компании не занимаются привлечением инвестиций, они прямо или косвенно только владеют интеллектуальной собственностью Skyway, а также занимаются воплощением этой технологии в жизнь. Работа по привлечению инвестиций лежит на инвестиционных компаниях Skyway Capital и Skyway Invest Group. Они выступают в качестве так называемых магазинов, которые реализуют доли группы компаний Skyway и оставляют у себя часть полученных средств в качестве вознаграждения. За их работу ни Анатолий Юницкий, ни группа компаний Skyway ответственности не несут. Инвестиционные компании, созданные как самостоятельные бизнесы без участия автора и разработчика Skyway, сами выбирают методы, которыми им удобно и выгодно работать. Анатолий Юницкий так комментирует деятельность этих компаний. Итак, друзья, то есть схема работы группы компании Skyway была продемонстрирована сейчас в первой части ролика, и она говорит о том, что действительно есть группа компаний Skyway, да, опять же, вот, ну, в принципе, четко, скажем так, разграничение функций привлечения инвестиций, скажем так, и работы налоги как раз-таки продемонстрировано в данном ролике. То есть у нас есть компания GTI, которая владеет интеллектуальной собственностью, есть компания Unisky Corporation, которая управляет всем процессом, да, есть компания Заострунные Технологии, которая является частью группы компании Skyway, которая занимается непосредственно реализацией технологий. И, в принципе, данные компании, как сказано в данном видеоматериале, да, они занимаются производством, занимаются созданием транспортной системы, и они не занимаются привлечением инвестиций. Вот те, кто в нашей компании зарегистрирован в 2014 году, например. Если сейчас у нас на данном вебинаре, если есть, поставьте плюсики. Я думаю, многие из вас помнят несколько интервью с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Это еще было в начале нашего процесса движения по привлечению, скажем так, денежных средств. И он говорил, что на момент старта процесса, да, на момент, скажем так, развития нашей компании в 2014 году, он часто слышал от коллег, которые занимаются развитием транспортной отрасли, да, такие, ну, насмешки. Лунки, то, что вот ты занимаешься непонятно чем, ты странным способом, скажем так, оперируешь деньгами людей и так далее, и так далее. То есть его обвиняли в том, что он занимается непосредственно, создал финансовую пирамиду и так далее. И тогда Анатолий Эдуардович Юницкий, помните, заявил, что я решил разделить, то есть я стал заниматься непосредственно, скажем так, разработкой, изобретением, внедрением технологий, а привлечением инвестиций стали заниматься специально образованные фонды. Вот те, кто помнит, поставьте цифру 10, да, то есть это было заявлено достаточно давно, и, скажем так, он стал выступать как генеральный конструктор технологии, да, он стал именно развивать непосредственно то, что у нас происходит на территории Республики Беларусь, и сейчас мы перекинулись в Объединенные Арабские Эмираты. То есть основная задача генерального конструктора – это технологии, да. Привлечением денежных средств, как сказано, вот на данном слайде тоже показано, занимаются это такие компании, как Skyway Invest Group и компания Skyway Capital. У них есть своя методика, скажем так. Их задача – это привлечение инвестиций в первую очередь. Да. Их задача – работа с информацией, то есть это популяризация информации о технологии. Ну и, конечно же, важны способы, благодаря которым доводится данная информация. И на последних, вот буквально последние дни мы столкнулись там с негативной информацией о том, что как-то восприняли неправильно информацию о технологии в одной из западноевропейских стран и так далее, и так далее. Действительно, вот у меня давно уже, я вот работаю в компании 4 года, внутри есть понимание, что вот как бы идти куда-то и рассказывать о том, что вот у нас есть технологии и прочее, ну, где-то я не имею права, да, потому что меня никто этому не научил. У нас есть специально обученные люди, которые называются инженерами, конструкторами, скажем так, дизайнерами, архитекторами, которые работают в направлении реализации технологий. У нас есть специальные отделы, да, в компании «Струнные технологии», которые находятся в городе Минске, соответственно, это их задача решать вопросы по реализации технологий в разных уголках земного шара.
К сожалению, огромное количество инвесторов берут, скажем так, на себя данную информацию и со своим пониманием того, как должна действовать технология и так далее. Да? То есть они реализуют, их задача реализует, скажем так, задача реализации технологии. Наша задача тех людей, которые сотрудничают с фондами, и те, которые, скажем так, создают, возможно, партнерскую структуру, это правильное донесение информации. Мы часто на вебинарах говорили, ничего не надо довешивать, ничего не надо добавлять, и, пожалуйста, пользуйтесь официальными новостями. Не надо придумывать, что где-то в какой-то области там планируются адресные проекты, мы вот-вот уже должны его реализовать. Тролли, которые есть, да, те люди, которые негативно относятся к технологии, они этой информацией пользуются, они на фоне, точнее, на основе этой информации выстраивают свое мнение, выстраивают мнение тех людей, которые потенциально могли бы быть нашими там партнерами-инвесторами, но, к сожалению, в связи с тем негативом, который есть в сети, они где-то испугали, затормозили и так далее, и так далее. Можно долго говорить о том, что стоит ли там отвечать троллям или нет. У меня у самого внутри есть, скажем так, двоякое отношение к этой ситуации. То есть я где-то считаю, что право сильного, да, и человек, который уверен в том, что он делает правильно, что стоит ли обращать внимание на то, как кто-то непрофессионально попытался, скажем так, оболгать то, чем ты занимаешься. Вот. Да, есть такое выражение, есть, скажем так, такая фраза, то есть если ваша совесть подсказывает вам, что вы делаете правильные вещи, да, то делайте это все равно, потому что всегда найдутся те, кто вас поддержит, и всегда найдутся те, кто, скажем так, будет посылать проклятие в ваш адрес. Это, скажем, фраза еще жены первого президента, ну, того Рузвельта, да, то есть, который был в США в начале 20 века. Благо, надо отдать должное Анатолию Эдуардовичу Юницкому, да, что он на протяжении уже достаточно долгого промежутка времени, там, 77-го года, занимается реализацией технологии, скажем так, да, его больно кусают, да, порой это бывает обидно, но тем не менее он идет к своей цели, двигается в направлении реализации технологии, как мы говорим на наших вебинарах, мы сегодня как никогда близки к тому, чтобы данная технология была реализована. Поэтому мы акцентируем внимание на том, что действительно доносить информацию нужно правильно. Не надо ничего выдумывать, не надо ничего довешивать. Есть те условия, на которых привлекаются инвестиции на сегодняшний день, поэтому просто нужно следовать, скажем так, той информации, которая идет из официальных источников. Итак, друзья, есть группа компаний Skyway, есть компании, это инвестиционные компании, можно назвать фонды, да, которые занимаются непосредственно привлечением инвестиций. И вот как раз-таки основные, наверное, нарекания со стороны людей, которые узнают информацию о технологии Skyway, в первую очередь, наверное, все-таки к тем структурам, которые привлекают инвестиции, хотя, конечно, через эти фонды достается и нашей головной компании. Соответственно, вот в этом видео, о котором мы сейчас с вами разговариваем, и рассказываются, скажем так, основные моменты, что у нас есть, да, в ответ на те, скажем так, пункты положений Центробанка, например, Российской Федерации, что из себя представляет финансовая пирамида. Хотя мы работаем, по сути дела, на территории 200 стран и территорий, да, в разных уголках шара. Ну, есть несколько центробанков, которые пытались там писать на своих страницах о том, что вот акции компания там не имеет права распространять на территории этих государств. Но речь об акциях сейчас пока и не идет. Поэтому давайте сейчас с вами будем двигаться дальше по нашему видео. И в процессе, скажем так, этого движения опять же будем делать акценты. За их слова и обещания, за всевозможные рекламные акции, скидки и дисконты. Или за хранение того же картофеля на складах магазина, который при неправильном хранении изгнить может. И при чем тогда здесь фермер? Смотрите, мол, плохой у него картофель был, гнилой. Кроме того, существует много компаний, которые называются похожим образом, но не имеют отношения ни к Юницкому, ни к струнному транспорту Skyway. Например, Skyway Trading Company, Skyway Costa Rica, Skyway Drive-In, Skyway Charity и так далее. Инвестиционная модель Skyway – пирамида или нет? Самое распространенное обвинение в адрес инвестиционных компаний Skyway – не путать с группой компаний Skyway и самой технологией Skyway. Что это финансовая пирамида? В интернете чаще всего приводят три аргумента в пользу этого. Проект выбрал народное финансирование вместо привлечения крупных инвесторов. Для сбора денег применяется реферальная система, а юридический адрес компании – офшор. Финансовые пирамиды действительно могут подходить под такое описание. Центробанк России приводит их основные признаки. Отсутствие государственной лицензии на привлечение денежных средств, обещание высокой доходности в несколько раз превышающей рыночный уровень, гарантирование доходности, массированная реклама в средствах массовой информации, интернете с обещанием высокой доходности,
отсутствие информации о финансовом положении организации, выплата денег новым участникам из средств, внесенных другими людьми ранее, отсутствие собственных основных средств других дорогостоящих активов, нет точного определения деятельности организации. Важно, что сам Центробанк считает, что даже все эти признаки вместе взятые не помогут определить мошенников с вероятностью в 100%. Это обусловлено тем, что под такие сомнительные признаки попадает большая часть существующих коммерческих компаний. А с некоторыми оговорками пирамидами рискуют стать все компании. Объясним по пунктам. Отсутствие лицензий. Государственное регулирование – это хорошо, но современные финансовые инструменты позволяют привлекать инвестиции и без сложных бюрократических процедур. Например, классический способ в виде IPO – первичного размещения акций – сейчас получил более либеральную версию – ICO. Это точно такое же предложение долей в компании, только его проводят с помощью продажи токенов, и оно не регулируется государством. У SkyWay тоже есть своя модель – краудинвестинг. С ее помощью инвестиционные компании могут законно и без разрешения государственного регулятора привлекать инвестиции. Особенность состоит в том, что они не продают классические ценные бумаги, а заключают с инвесторами договоры о конвертируемом займе. Это значит, что инвестор получает право требовать от компании передачу определенного числа акций, когда те у нее появятся. Схема финансирования, применяемая инвестиционными компаниями SkyWay, предполагает переоформление на инвестора долей собственника, в данном случае инженера Юницкого. При этом данный собственник не присваивает принадлежащие ему деньги за свои же переуступленные доли новому собственнику, а полностью реинвестирует их в бизнес. Поэтому доли инвесторов не размываются до эмиссии и остаются неизменными в процентном отношении на всех 15 этапах развития группы компаний. По поводу размещения некоторых компаний... Итак, друзья, то есть в видео было сказано, скажем так, вот одна из причин отсутствия лицензии на деятельность и так далее. И мы фактически на каждом вебинаре говорим о том, что платформа, которая была выбрана в 2014 году, это краудинвестинг, да, то есть там, где или краудфандинг, или краудлендинг сейчас его называют. То есть это, скажем так, область привлечения инвестиций, которая действительно на сегодняшний день только встает на ноги, она, ну, скажем так, недостаточно изучена, и, по сути дела, помимо всего прочего, то есть то, что проект группы компании SkyWay, да, на момент 2014 года был венчурным и высоко рискованным, да, плюс ко всему, надо отдать должное то, что руководство компании выбрало схему привлечения инвестиций, но, по сути дела, на тот момент не опробованную никем. И если вы помните, опять же, видео, которое генерального конструктора, и, в принципе, мы часто упоминали о том, что мы являемся пионером этого направления, потому что, как правило, краудлендинг, краудфандинг, краудинвестинг через данную схему привлечения инвестиций обычно реализуются, скажем так, не очень большие проекты в плане там, создания какого-то программного софта, какого-то небольшого там, изделия, которое действительно стоит не очень дорого, да, и на его реализацию, скажем так, не нужно такого большого количества денег. Вспомните, когда мы начинали рассказывать о том, сколько необходимо нам денежных средств привлечь на реализацию нашей технологии, да, то есть это создание демонстрационно-сертификационного участка, продемонстрировать технологию, сертифицировать и так далее, речь шла о 300-350 миллионов долларов. Если вы поинтересуетесь темой краудфандинга, краудинвестинга, краудлендинга в интернете, да, вы заметите, что есть целый ряд площадок, на которые люди выходят со своими идеями, да, и некоторым для реализации идеи хватает там, 500 тысяч долларов, там, 750 тысяч долларов, кому-то там, 1,5 миллиона на какие-то небольшие устройства либо программное обеспечение. Здесь же речь идет о, как мы говорим, транспортно-инфраструктурной технологии, да, отраслеобразующей технологии, то есть где создаются новые виды путевой структуры, где создаются новые транспортные средства. Вот эта схема, которая была в ролике, она сейчас у вас на экране. Да. То, что посредством договора конвертируемого займа человек становится владельцем долей, и в случае успеха реализации нашего проекта, да, он вправе будет требовать, скажем так, ту прибыль, либо тот доход, который будет распределяться. Мы говорим в нашем меморандуме, 20% от прибыли компании в разных уголках земного шара будет распределяться между владельцами долей, которые поддержали развитие технологий на начальном этапе. Вот таким вот образом. Итак, друзья, смотрим ролик дальше. Да, то есть и сейчас будет тема офшора, кстати. Да, и, в принципе, я сразу хочу буквально два слова вставить свои, 5 копеек, да, как это говорится. Смотрите. Нас действительно часто клюют, что мы, скажем так, находимся в юрисдикции фондов там, в офшорных зонах. Действительно, это нам позволяет сегодня скорректировать и
значительно нам помогает для того, чтобы мы не несли дополнительных расходов, да, потому что мы и так, скажем так, привлекаем денежные средства посредством микрофинансирования от физических лиц и прочее. Вот. Но огромное количество компаний, в том числе, я, наверное, не побоюсь сказать, и государственные госкорпорации, которые есть вот, в Российской Федерации, в целом ряде стран, имеют свои офшорные компании, которые помогают им, скажем так, перераспределять там прибыль и так далее, и так далее. Об этом почему-то те, кто хаят наши технологии, не упоминают. Да? Мы же, скажем так, частный проект, который посредством народного финансирования на сегодня как никогда близко подошел к тому, чтобы реализовать ту технологию, скажем так, над которой мы работаем на протяжении, вот, с точки зрения проекта SkyWay, это с начала 2014 года, с момента привлечения первой инвестиции. Генеральный конструктор, как мы говорим, 1977 года. Итак, друзья, двигаемся дальше по нашему видео и потом в процессе будем еще комментировать, а в конце, как я говорил, будем задавать вопросы. По поводу размещения некоторых компаний в офшорной зоне. Это делается для экономии. Например, одна из богатейших белорусских компаний, разработчик онлайн-игры World of Tanks, Wargaming, платит налоги, в том числе и на Кипре. А вот инжиниринговая компания «ЗАО «Струнные технологии», которая непосредственно занимается разработкой струнного транспорта, исправно платит все налоги и создает новые высокоинтеллектуальные и высокооплачиваемые рабочие места в Беларуси, а не в офшоре за рубежом. Обещание высокой доходности. Как и любой венчурный проект, SkyWay обещает высокий доход. Под этими обещаниями есть основания. Это разработки инженеров ЗАО «Струнных технологий», деловые контакты с потенциальными заказчиками, инновационные идеи и инженерные решения Анатолия Юницкого. Для кого-то ни идеи, ни научно-технические разработки, ни создаваемая бизнес-инфраструктура не являются убедительными аргументами за то, чтобы вложить деньги в технологию SkyWay. И таких людей легко понять. Это их выбор. К тому же на официальном сайте группы компаний есть предупреждение, что риски в венчурных проектах велики, и заработать получится только в будущем в случае успеха проекта, то есть самой технологии. Массированная реклама. По этому пункту... Итак, друзья, в ролике сказано о том, что вот обещание, скажем так, высоких доходов, да, гарантированная доходность и так далее... Действительно, у нас на сайте компании SkyWay Capital тоже есть отдельный пункт, называемый «Предупреждение о рисках», который, я считаю, любой человек, который разбирается в нашем проекте, должен с ним ознакомиться. Нет никакого гарантированного обещания, что вы получите какие-то там суперприбыли и так далее, и так далее. Как раз-таки там говорится о том, что проект является венчурным, и только в случае реализации данного проекта, да, вы имеете право там что-либо получать и так далее, и так далее. Вот, это касаемо обещания рисков, да, гарантированной доходности и так далее, и так далее. Что еще хотелось бы сказать, сейчас вот речь пойдет о рекламе, и действительно, эта система, которая была выбрана непосредственно руководством нашего проекта в 2014 году, о ней будет сейчас сказано, мы еще, скажем так, в процессе данного ролика об этом поговорим, экономит огромное количество средств на ту рекламу, которая, скажем так, мы с вами сталкиваемся по телевизору. Действительно, рекламируется все, начиная, скажем так, от гигиенических средств, заканчивая, скажем так, крупными автомобильными концернами, новыми моделями автомобилей и так далее, и так далее, и так далее. И огромное количество денежных средств уходит на эту рекламу. Кстати, огромным преимуществом то, что используется система краудинвестинга и система MLM, о которой будет говориться давно, да, является то, что мы не тратим огромных денег на рекламу. Я вот не знаю, видел ли кто-то из вас в тех странах, в которых вы проживаете, информацию, например, по телевизору, либо где-то еще, где мы рекламировали SkyWay. Вот этого нет, и благодаря тому, что у нас есть та же партнерская программа, есть большая армия людей, которые являются инвесторами нашего проекта, которые рассказывают информацию своему окружению, мы двигаемся успешно по нашему проекту. Кстати, это, наверное, один из плюсов нашего проекта, потому что благодаря именно этой схеме, по сути дела, сделано то, что на сегодняшний день сделано. Итак, друзья, смотрим про рекламу и еще пару пунктов и двигаемся потом дальше по ходу нашего. Можно записать практически любой бизнес. Все так или иначе рекламируют свой продукт или услугу, иногда тратя на это до 50% дохода. Отсутствие информации о финансовом положении организации. В открытом доступе есть отчеты об аудитах компании-разработчика струнного транспорта, начиная с 2015 года. Там можно найти информацию об активах, собственном капитале, обязательствах, прибылях и убытках компании. Инвестиции в проект привлекаются в основном для финансирования деятельности ЗАО «Струнные технологии». Именно ее практическая деятельность в Минске и Мариной Горке, а также за рубежом, капитализирует интеллектуальную собственность технологии SkyWay, которую приобретают по все более высокой цене тысячи инвесторов.
При этом все, что можно рассказать публично, без вреда делу, рассказывается. Выплаты новым участникам из денег, внесенных другими людьми ранее. Проект Skyway никому не выплачивает никаких денег и не станет этого делать, пока не выйдет на прибыль от реализации струнного транспорта. Единственное на данный момент исключение – это акция «Реинвестирование и выкуп», которая прошла осенью 2018 года. В ее рамках первые инвесторы проекта смогли продать часть своих долей на сумму до $1000. С другой стороны, для привлечения финансирования инвестиционной компании Skyway, но никак не внимание за острунные технологии, используют многоуровневый маркетинг и реферальную систему. И там действительно есть свои выплаты. Многоуровневый маркетинг предполагает создание сети активных инвесторов, которые рассказывают о Skyway и привлекают новых партнеров в проект. За свою работу они получают часть от новых инвестиций. Это реферальное вознаграждение. В реферальной системе и MLM нет ничего криминального. Такие компании, как Avon, Kirby, Zepter, Faberlic и другие применяют ее. Еще больше компаний используют отдельные части этой финансовой модели, например, партнерские программы. Если MLM в чистом виде – это скорее исключение, то партнерки есть почти у всех. Разновидностей у них много, но суть одна – компания передает партнеру ценность в обмен на продвижение. MLM и партнерки используются для того, чтобы сэкономить на рекламе, затраты на которую могут достигать в новом бизнесе более 50%. С такой же целью реферальная программа используется и в Skyway. Отсутствие собственных основных средств. Итак, друзья, как раз была озвучена та тема, о которой две минуты назад я говорил. Это то, что у нас в деятельности компании Skyway Capital, да, используется многоуровневый маркетинг. И, как вы видели в ролике, назывались компании, которые, скажем так, существуют в мире уже, некоторые из них более 100 лет, например, Avon, да, которые используют данную систему распределения прибыли между клиентами компаний. И, в принципе, особо, да, вот у этих крупных компаний, некоторые из них даже, кстати, и присутствуют на целом ряде бирж, не вызывают никаких сомнений. Что хотелось бы еще отметить? Вот я просто наблюдаю за перепиской людей в наших чатах в социальных сетях, да, там, где, скажем так, стоит появиться какому-нибудь отрицательному отзыву о развитии нашей компании, где упоминается реферальная система, там рифоводов называют и так далее, и так далее. Даже некоторые люди, которые являются сторонниками нашего проекта, начинают ругать вот ту реферальную систему, скажем так, ту партнерскую программу, которая у нас есть. Коллеги, давайте вот трезво просто смотреть на вещи, успокоимся и спокойно к этому отнесемся. Еще раз делаю акцент на том, что именно благодаря тому, что в проекте группы компании Skyway в 2014 году появилась партнерская программа, да, на сегодняшний день мы имеем тот успех, который имеем. Вот. К этому можно относиться по-разному. Да? Есть разные, скажем так, представители власти, есть представители там других компаний, есть просто тролли, есть, скажем так, заказные люди, которые считают, что там, где везде есть реферальная программа, значит, это пирамида. Но, вы знаете, есть целый ряд структур, там, страховые компании, банки, там, и кто-то еще, как было сказано в ролике, которые используют, ну, если не многоуровневый маркетинг, то партнерские программы. Вот не далее, как в пятницу, да, когда появилась эта информация, мы утром сидели, еще не было этих роликов, не было, скажем так, ну, только начал обсуждаться блог там, «Слава Skyway», вторая часть. Мне пришло на мой телефон два сообщения, в принципе, вот я могу их показать. Один из них от аптеки Samsung: приведи другу и получи 10% скидки там, да, на какие-то витамины и так далее. Есть банк Тинькофф, которым, ну, достаточно большое количество людей пользуются их картами там, дебетовыми и кредитными, так называемыми Тинькофф Платинум. Я помню, несколько раз там в году сотрудники данного банка выходят на меня, там, либо присылают смс и предлагают поучаствовать в их партнерской программе, то есть давать информацию кому-то, если эти люди также будут, скажем, для себя брать карту Тинькофф Платинум, да, то за каждого человека я буду получать по 600 рублей. Поэтому вот способ, скажем так, который использует наш проект, это многоуровневый маркетинг, либо партнерская программа, по большому-то счету ни у кого не должен вызывать каких-то вопросов, там, сомнений и так далее, и так далее. Это нормальная схема, это нормальная маркетинговая политика, которую сегодня используют крупные компании, крупные банки, скажем так, небольшие компании, те, которые хотят быстро выйти на рынок и так далее, и так далее. Принцип простой: поделись клиентом там с тем лучшим, что у тебя есть, да, заплати ему немного, и он тебе приведет еще достаточно большое количество таких, как он сам. Поэтому спокойно к этому относитесь, то, что есть партнерка. Я знаю, что огромное количество людей даже стесняется там слова «многоуровневый маркетинг» и так далее, нечего его стесняться. Кто-то красиво переобозвал, скажем так, многоуровневый краудинвестинг, когда-то я слышал там на наших вебинарах.
от людей, которые это рассказывают. Ну, как бы мы ни крутили, но пусть это будет многоуровневый маркетинг, и никого это не пугает. Благодаря данной схеме сегодня у нас там более 200 стран и территорий, где люди зарабатывают деньги и так далее, и так далее. Поэтому давайте дальше по ролику. Вот, хорошо, что мы используем MLM. Основные средства – это часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления. Сюда входят офисные и производственные помещения, станки, компьютеры, офисная техника и мебель, транспорт и многое другое имущество, необходимое для нормальной работы компании, в том числе экотехнопарк на 36 гектарах в Мариной Горке. У инжиниринговой компании «ЗАО «Струнные технологии», то есть у всех наших инвесторов, на конец 2018 года имеются основные средства на сумму более 12,5 миллионов долларов, 27 зданий и сооружений, более 3000 единиц оборудования, в том числе компьютеров, ноутбуков, мониторов, 32 транспортных средства, автомобилей и десятки тысяч единиц инструмента, инвентаря и другого. Еще на 1,5 миллиона долларов у компании есть нематериальных активов. Это профессиональный софт и права на пользование землей. Сформированный деньгами и зарегистрированный уставный фонд ЗАО «Струнные технологии» по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 46 миллионов долларов США. Объявленный уставный фонд на 2019 год, согласно протоколу общего собрания, составляет 51,5 миллионов долларов США. Это значительно выше, чем, например, у Национального банка Беларуси и примерно столько же, сколько у такого гиганта, как Минский завод колесных тягачей. А ведь только в Минске есть еще ряд компаний, кроме ЗАО «Струнные технологии», которыми владеет GTI – Global Transport Investments, то есть все инвесторы технологии. Они являются собственниками недвижимости, офисной и производственной, суммарной площадью более чем 10 тысяч квадратных метров. Нет точного определения деятельности организаций. Итак, друзья, очень важная информация, которая в этом ролике вот сейчас прозвучала, да, касаемо основных средств компании, касаемо, скажем так, того, что мы имеем на сегодняшний день. И вот тут приходит четкое понимание, что данного ролика, скажем так, где-то пару лет назад просто не могло быть. Да? Мы часто говорим на наших вебинарах, что в 2014 году единственным сотрудником нашего научно-производственного предприятия был генеральный конструктор Анатолий Дорошевницкий. Это там май-июнь 2014 года. Да? На сегодняшний день вот все то, что было перечислено сейчас в ролике, да, вот это вот основные средства компании, то, что у нас сегодня есть 27 зданий, вот эти цифры, которые сейчас на данном ролике вы видите, да, это в принципе показано впервые, точнее впервые собрано, скажем так, в один рекламный информационный материал и выдано тем людям, нам с вами, да, о том, чтобы мы посмотрели, чего достигла компания за 4 года. Да. То есть опять же это... По сути дела, все объяснения идут к тому, что вот мы там финансовая пирамида или не финансовая пирамида. То есть деньги людей, которые привлекаются обычно в финансовой пирамиде, вы знаете, идут на что? На выплату тем людям, которые пришли позже. И на тот момент, когда, скажем так, людей становится все меньше и меньше, просто эта пирамида сворачивается, у них нет ничего материального и так далее, и так далее. Здесь было сказано, что все, кто на сегодняшний день владеют долями компании в нашем проекте, да, являются собственниками вот того, что перечислено в данном слайде. То есть эти производственные помещения, офисные помещения, да, там нематериальные активы и так далее, это все, по сути дела, и совладельцами того, что перечислено на слайде, является каждый наш отдельно взятый инвестор нашего проекта. Вот это очень важно, и действительно эти цифры, ну, наверное, показать даже год назад было еще, наверное, невозможно. Год назад, 2 года назад, 3 года назад мы развивались, мы привлекали инвестиции, мы строили экотехнопарк, о котором сейчас в ролике еще будет рассказано. Поэтому давайте приступим к просмотру ролика дальше, а потом, если будут вопросы, как я вам сказал, в конце. Но мы еще пару раз с вами пообщаемся в процессе показа ролика. Этому моменту в инвестиционном меморандуме SkyWay уделена целая страница в самом начале документа. Потенциальный инвестор сразу знает, на что пойдут его деньги. Настоящий меморандум подготовлен для инвестора проекта SkyWay, далее «Инвестор», с целью описания юридической структуры проекта SkyWay, далее проект. Главной целью проекта является создание современной и высокоэффективной транспортной системы второго уровня, то есть расположенной на опорах над землей, выстроенной по технологии SkyWay. Отличительные признаки предлагаемой технологии обусловлены комплексом ее конструктивных,
технологических и эксплуатационных особенностей. Меморандум несложно найти в интернете, в том числе на официальном сайте проекта. Никаких превращений воздуха в деньги Skyway не обещает. Если получится разработать и выгодно продать транспортную технологию, будут и деньги. О том, как обстоят дела с разработкой, в проекте рассказывают и показывают сотням тысяч инвесторов, например, каждое лето на Экофесте на демонстрационно-сертификационной площадке в Мариной Горке, Беларусь. Нет результатов и продукции. За 3 года на бывшем танковом полигоне в Мариной Горке впервые в мире построено 5 демонстрационно-сертификационных тестовых участков инновационных рельсо-струнных эстакад общей протяженностью более 4 километров всех основных типов – гибкая, полужесткая и жесткая. Построена вся необходимая инфраструктура второго уровня – станции, депо, стрелочные переводы, инженерные сети, системы энергообеспечения, связи и интеллектуального управления, оснащенного техническим зрением. Строится 6-й участок почти километровой длины для отработки стандартов для природно-климатических условий Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе для обкатки подвижного состава в тропическом исполнении, изготовленного в Минске, перед его поставкой в Дубай, Абу-Даби, Шарджу и другие города Ближнего Востока. Разработано 9 принципиально разных моделей инновационных электрических транспортных средств – Юнибайк, Юнивинд, Юникар, Юнибус, 3 модели, одна из них – высокоскоростной Юнибус, Юнитрак, Юниконт, Юнитранс, навесных и подвесных, пассажирских и грузовых, городских и высокоскоростных междугородных, изготовлены на собственном производстве – из которых 4 модели уже сертифицированы. Для сравнения, на разработку и запуск в производство одной новой модели традиционного электромобиля у разработчика уходит несколько лет и тратится на это несколько сот миллионов, а иногда и миллиард долларов. Для инжиниринговой компании мирового уровня основной результат многолетней работы – подготовленные и обученные специфики Skyway инженерные и рабочие кадры. А это, на конец 2018 года, более 800 инженеров, конструкторов, проектировщиков, дизайнеров, технологов, логистов, строителей, экономистов для проектирования, строительства и эксплуатации новых транспортно-инфраструктурных комплексов, грузовых и пассажирских, включая принципиально новые транспортные эстакады, подвижной состав и инфраструктуру второго уровня. В организационную структуру ЗАО «Струнные технологии» уже входит более 40 отделов и конструкторских бюро, в том числе специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством. Для сравнения, у мировых отраслевых лидеров на формирование команды профессионалов уходят иногда десятилетия. Кроме того, проект Skyway ведет работу по... Итак, друзья, то есть та часть ролика, которая была продемонстрирована последние 3 минуты, она и говорит о том, что в принципе, скажем так, ролик, ну не то чтобы своевременно, потому что трудно всегда сказать, вовремя, не вовремя выпущен данный ролик, но вот еще пару лет назад действительно мы не могли заявить те цифры количества специалистов, которые сегодня, да, работают непосредственно в нашем предприятии на территории Республики Беларусь. То, что мы построили на территории экотехнопарка, он практически, ну, там процентов, наверное, на 80, может быть, 90 уже построен. То есть у нас, вы видели, есть 5 образцов путевой структуры Skyway. У нас, вот как на данном слайде показано, несколько видов новых транспортных средств. Сейчас создаются транспортные средства, мы знаем, с апреля была дана команда, и сейчас уже одно из них фактически готово. Это 4-местный Юникар в тропическом исполнении. Да? То есть создается целая линейка транспортных средств в тропическом исполнении. Предприятие развивается, предприятие, скажем так, имеет огромное количество различных, скажем так, документов, которые сертифицируют деятельность компании на высшем уровне, да, то есть это есть и сертификаты, выданные на менеджмент, сертификаты на различные виды работ, разрешения и так далее, и так далее. Компания является, которая непосредственно реализовывает технологию, струнные технологии, членом Союза строителей Республики Беларусь, членом Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, что, кстати, тоже является одним из подтверждений того, что ни одна финансовая пирамида, которая там не была самой бы золотой, не стала членом торгово-промышленной палаты ни одного из государств. То есть те, которые со мной не согласны, могут мне написать, да, какая компания, являясь там пирамидой, стала членом торгово-промышленной палаты. То есть это то, чего мы достигли. И действительно, сейчас еще будет важный блок,
Это блок защиты интеллектуальной собственности, да, в данном ролике. То есть это говорится о системе стандартизации сертификации целого ряда стран. Эта работа также ведется параллельно вместе с развитием технологий. Это серьезная работа для того, чтобы, скажем так, наша технология была защищена в тех странах, где мы планируем выходить на строительство дорог и реализовывать технологии. Поэтому ролика осталось немножко, и потом, как я говорил, у нас с вами будет еще, скажем так, немножко вопросы-ответы, поэтому будет что обсудить. Итак, друзья, я возвращаюсь к ролику, и потом мы с вами продолжим общение. Кроме того, проект SkyWay ведет работу по защите своих научно-технических разработок. Получены патенты Республики Беларусь на промышленные образцы основных видов транспортных средств SkyWay, Unibike и несколько моделей Unibus. Свидетельство о регистрации 5 промышленных образцов в Австралии, 3 патента в Китае, 3 патента в Японии, 11 регистрационных сертификатов на промышленные образцы, действующие на территории 23 государств Европейского сообщества, по 3 патента на промышленные образцы, соответственно, в США, Канаде, России, Казахстане и Украине, по 5 патентов в Индии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, на территории России действуют и поддерживаются в силе ранее полученные на струнный транспорт 3 патента на изобретение. В течение 2016-2019 годов поданы в Евразийское патентное ведомство 20 заявок на евразийские патенты на группы изобретений, причем в каждой заявке от 2 до 5 изобретений, и 11 связанных с ними международных заявок на изобретение во Всемирную организацию интеллектуальной собственности с целью получения патентов на изобретения в десятках стран мира. При этом 8 евразийских заявок на изобретение уже прошли экспертизу с вынесением положительных решений на выдачу патентов. Регистрация объектов интеллектуальной собственности в разных государствах позволяет не только юридически корректно войти в соответствующие рынки со своей продукцией, но и обеспечить ее защиту от несанкционированного использования и недобросовестной конкуренции. Что в итоге? SkyWay – венчурный проект со сложной организационной структурой. Риски есть, разобраться непросто. С другой стороны, о самом проекте известно достаточно много. Можно сказать, что финансирование привлекается и тратится на реальные транспортно-инфраструктурные разработки, по сути дела, на создание новой мировой транспортно-логистической отрасли, и деньги не рассовываются по карманам, в том числе инженерам Юницким. В открытом доступе про это также есть вся необходимая для инвесторов информация. Это значит, что пирамидой технологии SkyWay и группу компаний SkyWay, а также инвестиционные компании SkyWay никак назвать нельзя. Итак, друзья, вот такой ролик был продемонстрирован вечером в пятницу, и я вижу, что целый ряд людей, которые присутствуют на нашем вебинаре, его не смотрели, поэтому я считаю, что мы не зря, наверное, его показали на сегодняшнем вебинаре. Я его посмотрел раза 4, да, я сегодня думал, как донести информацию, то есть сделал вот эти слайды еще далеко не все, но тем не менее, думаю, что на нашем вебинаре лучше было показать оригинал и вот обсудить вместе с вами, как это мы сделали на сегодняшний день. Кто-то написал в чате, да, почему не упоминается Unimobile, но если вы внимательно смотрели ролик, там был как раз момент, когда вот складывали части Unimobile, собирали и так далее, да. Еще возможно, потому что здесь нет транспортного средства под названием Unimobile на данном слайде, потому что, в принципе, как вы помните, даже из слов господина Сенкевича, который является руководителем опытного производства, да, создание Unimobile происходит в факультативном режиме, как он сказал. То есть эта идея у него была еще до прихода в SkyWay. Ну, не то чтобы условие, но тем не менее, скажем так, идея, предложенная им Анатолию Эдуардовичу Юницкому, была одобрена, и вот, скажем так, во внеурочное время собирался тот же Unimobile, который, я считаю, тоже является необходимой технологией. Хотя поначалу у меня тоже были вопросы к тому, что а зачем нам вот Unimobile, зачем нам еще этот рынок, мы же вроде там струны натягиваем, там поднимаем транспортные средства над землей, да, то есть мы там создаем технологию второго уровня, но если параллельно еще будет запущена реализация того же Unimobile, я думаю, это скажется положительно на всех инвесторах нашего проекта, потому что, как было сказано руководством компании, если будет идти доход с того направления, также будет перераспределяться между теми, кто финансировал технологию на ранних этапах. По поводу договора было написано. Действительно, у нас был договор, и видео его можно найти, где подписывалось соглашение между Анатолием Эдуардовичем Юницким и Евгением Кудряшовым, где тоже говорилось, что Юницкий будет заниматься созданием, реализацией технологий, а фонды будут привлекать инвестиции. Это вот то, что я вспоминал, как это было, скажем так, в 2014-2015 году. Это в 2014 году еще было. Итак, друзья,
Полезно ли, как, вот у меня вопрос такой к вам, как вы считаете, вообще полезно ли ролик был создан, да, и пока вы будете отвечать, просто поставьте плюсики, если считаете, что да, действительно, данный ролик вышел, ну, вот, буквально 2-3 дня назад, и целый ряд фактов, которые изложены в данном ролике, ну, год, два, три назад, в принципе, мы показать не могли. Да, и на сегодняшний день еще и в ролике в самом говорится, что наличие технологий, наличие транспортных средств, то, что мы фактически достроили экотехнопарк, который является, по сути, не местом, скажем так, проката кого хотите, да, и катания людей, это не аттракцион, это место демонстрации технологий, где люди, заинтересованы в том, чтобы данная технология была реализована в их местах, приезжали, знакомились с видами транспортных средств, да, могли, скажем так, проехаться внутри и так далее, убедиться в том, что данный транспорт существует. Вот для этого, по сути дела, создавался экотехнопарк Республики Беларусь, для этого привлекались инвестиции, да, и, как вы помните, мы находимся на 13-м этапе реализации технологий, всего их 15. Соответственно, те пакеты, которые есть у нас на сегодняшний день, те инвестиционные предложения, которые есть в компании Skyway Capital, на сегодняшний день это самое выгодное, что есть, выгоднее уже не будет, поэтому думайте сами, если есть те, кто думает, инвестирует в наши технологии или нет, вам решать. Лучший вопрос, опять же, лучше, точнее, лучшая ситуация в этом случае – это задать вопросы тому, кто вас пригласил, кто вас знакомит с информацией. Я считаю, что даже данный ролик является хорошим подспорьем для тех людей, которые колеблются, да, делать им шаги или нет. Потому что реально мы сегодня, в данном ролике было показано в основном то, что у нас сделано на территории Республики Беларусь. Да, у нас есть строительство в Объединенных Арабских Эмиратах, и как только там будет, скажем, я думаю, возведено что-то и будет успешно, скажем, продемонстрировано, это будет появляться уже в дальнейших роликах того, чего мы достигли. Мы дошли до того, что технологии заинтересовались в одной из передовых стран мира, где используются, скажем так, маломальские инновации в разных направлениях, поэтому я считаю, это большой успех. Вот кто-то даже написал, Валентина из Дмитрова написала, что это хороший инструмент для партнерской работы. Наверное, да, потому что нас люди часто задают вопрос, хорошо, но вот как я могу убедиться, там, да, что вот это так, а что вы на сегодняшний день сделали, и так далее, и так далее. Мы говорим на своих презентациях поехать на территорию экотехнопарка, да, можно, скажем, дождаться очередного фестиваля и прочего, так как партнерам вы даете информацию каждый день, данный ролик будет хорошим подспорьем для вашей работы. Так, друзья, наверное, теперь вопросы, потому что, конечно же, скажем так, любое видео, извиняюсь за слово «паразит», скажем так, так сказать, да, стараюсь его искоренять в своей практике, вот, сейчас сам заметил это. Отвечает ли он на все 100% вопросов? Наверное, нет, потому что вопросы, они возникали, возникают и будут возникать. Даже у тех людей, которые не верили в то, что мы построили там технологию, что данные транспортные средства не какая-то компьютерная анимация, это реальные транспортные средства, которые у нас перемещаются по путевым структурам, созданным в экотехнопарке. Я, кстати, видел там рекомендации некоторых специалистов банковской сферы и так далее, которые могут сомневаться в том, что вот стоит инвестировать в наш проект или нет. Они говорили, судя по всему, все это, скажем, не правдоподобно, потому что мне кажется, что это компьютерная анимация, а не реальные транспортные средства и прочее, прочее, прочее. Ну, лучший способ, как таким людям приехать и убедиться в том, что это есть на практике. Да? Потому что ни покажи, все равно это будет как бы неправда для них и так далее, и так далее. Так, друзья, сейчас посмотрим. Какие есть вопросы? Ну, смотрите, вопрос, который задают в чатах наших вебинаров в соцсетях, да, будет ли построена высокоскоростная трасса в Дубае и так далее. Вы знаете, мне сложно ответить на этот вопрос. Я могу сказать, что даже руководитель нашего проекта не назвал Эмират, в котором нам выделена площадь для этого. Да, но работы в этом направлении ведутся. И когда будет построена эта 25-километровая трасса в Дубае, мы узнаем. Вот здесь кто-то спрашивает, что Юницкий не несет ответственности. Поймите правильно, Юницкий несет ответственность за проект в целом, да, если так говорить. Он несет ответственность за те разработки, которые делаются в конструкторских бюро. Он несет, скажем так, за какие-то технические характеристики им заявленные и прочее. Здесь сказано, что Юницкий не несет ответственность за те моменты, которые, к сожалению, существуют в партнерской работе. Да, мы часто сталкиваемся с тем, что люди... Ну, порой несут околесицу, да, будем говорить так. То есть им кажется, что это так, они начинают это выдавать за правду. К сожалению, на эту информацию клюют те, которые доверчивые люди, да, потому что у нас много претензий, что вот нет, человек, который пригласил меня в проект, обещал, что через 2 месяца я уже получу первые выплаты. Но это же неправда. Может ли Анатолий Дардович нести ответственность за вот такие выражения, да, за такую, скажем так, информацию, которую давали партнеры?
Вот кто-то задает, каковы перспективы получения дивидендов с купленных акций. Вопрос хороший, но, как было сказано в ролике, да, то есть в случае положительной реализации технологий по тем адресным проектам, которые сегодня потенциально уже есть, как сказано в меморандуме, 20% минимум от той прибыли, которую будет получать компания, будет распределяться между теми людьми, кто поддержал технологию на начальном этапе, то есть те, кто стал совладельцем пакетов долей, которые мы сегодня имеем. Вот. Такие перспективы. По поводу переходов на новый этап развития, пока информации нет. Давайте подождем. Мы находимся на втором подэтапе 13 этапа. Сколько их может быть? Там 3-4. Вот. Поэтому, когда будет информация, мы вам сразу же ее доведем. И вы ее знаете и в новостях, и на наших вебинарах. Вот по поводу того, что многие люди, находясь в этом проекте, задают порой, скажем так, ну, глупыми вопросами, наверное, нельзя назвать. Смотрите, действительно, данный ролик, и в нем тоже это говорится, был создан еще для того, что огромное количество людей ленится читать, скажем так, серьезные юридические документы. Я не могу сказать, что меморандум SkyWay, он какой-то простой. Действительно, его читать сложно, особенно людям, скажем так, ну, далеким от данного вида деятельности, о заключении договоров и так далее, и так далее. Там огромное количество юридических терминов, но... Именно поэтому, наверное, был создан данный ролик, который вначале показал простую организационную группу компании SkyWay, какое идет взаимодействие, скажем, с фондами, которые занимаются популяризацией технологий привлечения инвестиций. Вот. И возможно, что, просмотрев данный ролик, те люди, которые все-таки захотят копнуть немножко глубже, прочитают, наконец-то, тот инвестиционный меморандум. По поводу получения дивидендов, случайно это или не случайно, но давайте опять же... Порассуждаем с вами, Лилия. Вы задали вопрос, смотрите, вот если вы задали его в 2014 году, мне было бы очень сложно ответить вообще. Я мог сказать, что я верю в этот проект, да, на тот момент у нас не было ничего, потом у нас были проблемы там в Литве и так далее, и так далее. Теперь у нас построен технопарк, да, теперь у нас, скажем, есть целая линейка транспортных средств, у нас есть наработки собственные конструкторов, которые работают за технологией. Вот случайно это или не случайно? Я думаю, это результат целенаправленной работы группы компании SkyWay, тех фондов, с которыми мы сотрудничаем, компании SkyWay Capital, это результат активной работы наших партнеров, поэтому случайности не случайны, знаете такое выражение, да? И мы стремимся к тому, чтобы вот те самые случайности, о которых вы говорили, выплаты дивидендов, чтобы они случились. Вот я бы сам, например, очень этого хотел. И бывают ли сомнения людей? Конечно, бывает. Вот. Всем хочется, скажем так, чтобы проект реализовался там, ну, как по мановению волшебной палочки. Но мы имеем дело все-таки с транспортной технологией, мы имеем дело с тяжелой технологией, да, с тяжелой индустрией. Поэтому это не произойдет там раз-два, я захотел, я вчера деньги вложил и через полгода получил. Это не хайповский проект, это, скажем так, не то, что вы получаете деньги от того, что кто-то принес их следом за вами и так далее. Да? Хотя это есть реферальная программа, благодаря которой вы можете создать свою партнерскую структуру. Вы видели по схеме, которая показана в ролике, деньги идут на реализацию проекта, деньги вкладываются в технологию, да, вот в те транспортные средства, которые вы видели, в технопарк. Вы знаете, что у нас расширяется производство, наверняка, Лилия, если сидите за новостями. У нас расширяются, скажем, те помещения, где размещаются специалисты, работающие над реализацией технологий. То есть становится больше направлений деятельности. И как было сказано в ролике, более 800 с лишним человек в Республике Беларусь сегодня получают и достаточно высокую зарплату по меркам республики, да, отдаются полностью реализации данной идеи. И ничего случайного нет в этом мире. Это труд большого количества людей. Поэтому выплата дивидендов – это тоже не случайность. Дивиденды, которые платятся в любом другом проекте или получают люди, это тоже не случайность. Это, скажем так, результаты того, что было там где-то наработано годами, а где-то столетиями. Да? Наш проект относительно молодой, 4 года. С точки зрения реализации крупного инфраструктурного проекта, который выходит, скажем так, на рынок с новой транспортной технологией. Поэтому вот так. Спасибо вам большое, Татьяна, за поддержку, то, что SkyWay никто не остановит, мы тоже в это верим. По поводу льготных условий вопрос, да, что с льготными условиями, останутся ли до конца 15 этапа или нет? Я пока не могу сказать, какие, возможно, люди подразумевают, это дисконт 1/600. Пока он действует, будет ли он сохранен на 14-15 этапе, я сказать не могу.
Так, есть сертификация уже Unibail, когда первый коммерческий проект. Но, по сути дела, мы сейчас занимаемся тем, что развиваем инновационный центр в Эмиратах, и там уже есть потенциально первый коммерческий проект. И, как было сказано, вот эти связанные проекты, да, стоимость строительства того, что мы сейчас начали делать в Объединенных Арабских Эмиратах, будет включена в стоимость адресных проектов по государ... там вплоть до государственных заказов, как говорит генеральный конструктор. По поводу обкатки тропического уникара в Беларуси мы узнаем, как было заявлено, он там дособирался, испытали его в климатической камере. Сейчас, наверное, так как он по своему весу, не более наверняка, чем шестиместный уникар, который был, я думаю, данное транспортное средство будет обкатываться на тех видах путевой структуры, которые есть у нас в экотехнопарке. Когда будут какие-то результаты, я думаю, нам обязательно об этом сообщат. По поводу дисконта 600 я ответил. Вы знаете, как можно отправить учиться по SkyWay специальностям своих сыновей? Хороший вопрос, но пока вот сложно, потому что мы еще не закрепились где-то в каком-то учебном заведении, где обучают, скажем так, тем специальностям, которые будут использовать технологии SkyWay. Как только это будет, скажем, реально иметь почву под ногами, я думаю, и генеральный конструктор, и в новостях где-то это будет сказано. В роликах вы видели, да, что потенциально есть вероятность, что в том же университете в Шарже будут обучаться те, кто будет в дальнейшем развивать технологию Skyway. Да, Лилия, я, наверное, не понял вашу ремарку совсем. Вот. Это не вопрос по дивидендам. Это не вопрос. Хорошо, договорились. Итак, друзья, если еще какие-то вопросы касаемо нашего сегодняшнего вебинара, потому что я вам всем рекомендую, кто зашел позже, например, этот ролик не видел, все-таки посмотрите его, да, и вникните в его суть. Вот то, что кто-то написал, да, что я думаю, Юницкому, конечно, не все равно, что и как происходит в фондах, по моему мнению, советы и мнения со стороны Юницкого фондов проводятся, да, и там ответственность в ролике и так далее. Коллеги, но, конечно же, человеку, который реализует что-то, не все равно с его технологией. Конечно же, руководство фондов общается, скажем так, с Анатолием Эдуардовичем Юницким и выстраивает какую-то политику, касаемую распространения информации и так далее, и так далее. Но, вы знаете, есть уже целый ряд документов, которые касаются поведения наших партнеров, да, то есть как нужно доносить информацию, чего нужно избегать и так далее, и так далее, и так далее. Но, как правило, большинство наших партнеров – это люди, которые не находятся на зарплате, их никто не может заставить делать то, что они не хотят. И, к сожалению, скажем так, нескольким сотням тысяч людей уже на сегодняшний день, да, вот угадать, где кто что скажет, ну, я, например, не являюсь оракулом, у меня нет хрустального шара, я предполагаю, Анатолия Эдуардовича тоже нету, да, там блюдечко с золотой каемочкой, где яблоко бегает и так далее. Есть рекомендации наверняка, что надо говорить, что не надо говорить, да, но людей, к сожалению, порой несет просто-напросто. Как вот в 12 стульях, и тут Остапа понесло, да. Так что, конечно же, общение между руководителями компании, привлекающие денежные средства Анатолием Эдуардовичем Юницким, ведется каждую неделю и наверняка выстраивается, скажем так, конструктивная линия ведения бизнеса. Вот и все. Но задача все равно, скажем, Анатолия Эдуардовича и предприятия, которым он руководит в Беларуси, это реализация технологий. Ну, я согласен с вами. Чем люди дольше ждут, тем больше сомнений, да? То есть посмотрите историю корпорации, создания, реализации продуктов в жизнь, там, и так далее, и так далее. Ну, что сделать, друзья? Мы живем в том мире, в котором живем. Как бы компания, которая называется группа компаний Skyway Фонды, делают все для того, привлекаясь инвестиций, чтобы технология реализовывалась. Я думаю, что недалеко уже то время, когда все это начнет двигаться и по тем же адресным проектам. Вопрос от Айрата Кирея. Насколько отразится транспортная система на себестоимости товаров этой страны, любой страны, где она будет реализована? Ну, смотрите, если строительство дорог по технологии Skyway значительно дешевле, если эксплуатация дорог значительно дешевле, соответственно, логистика вся будет выстраиваться таким образом, что и перевозка товаров по путевым структурам, да, там, где используются данные технологии, она тоже будет дешевле. Вот. Ну, это как бы из экономики просто можно предположить и утверждать. Вот кто-то написал, что вот действительно уникальный транспорт. Чем больше стою в пробках, тем больше, скажем так, люблю Skyway. Это действительно так. А если, скажем, помимо того, что вы
просто стоите в пробках, если вы еще ездите в подмосковных электричках или в метро в часы пик, то я думаю, вы полюбите это еще больше. Потому что каждый вечер я возвращаюсь домой, я где-то торчу возле дверей в таборе там, и так далее, чувствую себя некомфортно. Итак, коллеги, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Постарался ответить на те, которые возникли, те, которые мне прислали. Не могу сейчас ответить на вопрос, где находится личный генеральный конструктор Республики Беларусь или Объединенных Арабских Эмиратах. Да, то есть, как бы так, человек находится там, где сегодня наиболее важно ему находиться. Я думаю, что время в данный момент очень ценно. Анатолий Эдуардович прилагает максимум усилий для того, чтобы все это двигалось как можно быстрее. В этом заинтересован он, да, как автор технологии, но в этом заинтересованы мы, как сотрудники компании и инвесторы проекта. Вот таким вот образом. Итак, друзья, спасибо большое за информацию, за то, что были сегодня с нами. Не знаю, полезна была информация или нет, решать вам. Те, кто еще не смотрел полностью ролик, либо начали смотреть и на каком-то этапе его бросили, рекомендую посмотреть. Потому что реально это полезная информация, действительно, мы ждали ее давно, действительно, есть цифры, которых раньше, скажем, нигде не говорилось, да? Сейчас вы стали обладателями данной информации, с чем я вас и поздравляю. У меня на этом все. Всем отличного вечера и начала этой недели. Хорошего продолжения весны. Спасибо большое за внимание. Всем до новых встреч. До свидания.